Международный терминал аэропорта Уфа готов на 90%. Сейчас на объекте заканчиваются отделочные работы и монтаж оборудования. Сегодня терминал посетил глава республики Рустем Хамитов, который лично ознакомился с ходом стройки. Он осмотрел здание терминала, залы регистрации, посадки и выдачи багажа, а также зону таможенного и пограничного контроля и технические помещения. В целом, увиденным Рустем Хамитов остался доволен. По словам работников аэропорта, на терминале все практически готово к приему самолетов, а монтаж оборудования находится в заключительной стадии. Стоянка у нас готова, телетраты готовы, система багажная готова. В принципе, да. Прошу доложить. Значит, у нас первый этап реконструкции аэродрома, он напрямую примыкает к международному терминалу. Там новое сооружение, это будет стоянка воздушного судна для обработки ПОШ, противоблизнительной жидкостью. Она готова. Биочные сооружения, которые тоже примыкают, они готовы. Три телетрапа установлены. В настоящий момент там докладывается коммуникация. То есть вот мы в течение марта надеемся это завершить. То есть все у нас оборудование фактически поставлено. И сейчас проходит стадию подключения. Окончательно все работы на объекте должны завершиться в конце февраля, а уже к середине марта международный терминал аэропорта должен заработать в полную силу. Мы предполагаем ввести в эксплуатацию новый международный терминал в марте текущего года. Сейчас мы находимся в зале вылета. Здесь фактически все отделочные работы завершены. Через день 3 начнется монтаж технологического оборудования.